о моркови полярная клюква высевают в легкие суглинистые и супесчаные почвы. Сорт один из самых скороспелых. От посева семян моркови полярная клюква до сбора урожая проходит всего 65 дней. Главной отличительной чертой сорта является необычная округлая форма корнеплодов. Благодаря этому они внешне напоминают редис, только окрашены в интенсивно оранжевый цвет. Корнеплоды этого сорта высоко устойчивы к растрескиванию, удобны в уборке, головка не зеленеет. Мякоть содержит большое количество сахаров и сухих веществ. Морковь полярная клюква – это травянистые. Морковь полярная клюква имеет скороспелый срок созревания. Форма у плода округлая. Вкус сладкий, мякоть сочная. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.